Налоговые власти Великобритании провели рейды в ряде футбольных объектов в Англии и Франции. Сообщается об аресте нескольких человек в профессиональной футбольной индустрии в связи с предполагаемым мошенничеством. Среди них управляющий директор футбольного клуба «Ньюкасл» Ли Чарнли. В рейдах приняли участие 180 сотрудников британского управления по налогам и сборам. В числе мест, куда нагрянули следователи, объекты, связанные с деятельностью двух известных команд – тренировочное поле и офис клуба «Ньюкасл Юнайтед», а также офис лондонского клуба «Вестхэм Юнайтед». Аресты в Вестхэме пресса увязывает с трансферами и вовлечением в этот процесс агентов-футболистов. Обыски проведены также на нескольких объектах во Франции.